почерпнула очень много, потому что представителей было порядка 10 из различных субъектов. Это и сибирский регион, и уральский регион, и вот Приволжский федеральный, получается, я была представителем от ПФО. Также была с Хакасии представитель. Были соседи и представители, поэтому очень такая широкая была география, и, конечно же, у каждого есть свой опыт. И каждый рассказывал, как выстроил работу, какое взаимодействие. И вот я лично увидела, как в Бурятии работают женщины, которые пришли туда работать из бизнеса. То есть вот активная жизненная позиция. Они с нашими службами совместно выезжают в удаленные села. И не просто для того, чтобы вручить подарок, а для того, чтобы помочь семье вместе с нашими службами выйти из ситуации сложной.